короля Боемонда и королевы Розалинды была дочь Веселина. Девочка соответствовала своему имени и имела задорный нрав. Но вот однажды маленькая принцесса заболела, ничто ее больше не радовало. Тогда на помощь девочке пришли ее друзья, которые помогли ей вновь стать веселой. Вот такой простой и в то же время глубокий смысл заложен в спектакль по мотивам сказки Джани Родари «Принцесса Веселина», который воспитанники детской школы искусства имени Розума показали детям с ослабленным здоровьем из детского сада номер 18 «Тросинка». Художественный руководитель спектакля признается, что преподавать маленьким актерам гораздо проще и интереснее, нежели взрослым. Так с ними интересно, потому что вот за столько лет практики с детьми я вдруг такие открыла интересные вещи, что ребенок, чем с ним работаешь на более серьезном уровне, он быстрее берет. Потому что вот это там А и Б сидели на трубе, это, знаете, они сразу, у них отторжение идет. Руководство и педагоги детской школы искусств имени Розума убеждены, такие праздничные мероприятия необходимо проводить как можно чаще. А почему бы нам вот с этими творческими номерами, с этой творческой идеей, с этой сказкой не прийти к деткам в гости, к деткам дошкольного возраста, которые, ну, наверное, может быть, особо нуждаются в каких-то позитивных моментах. Сегодня дети получили большой восторг от увиденного. Восторг, восхищение, заряд бодрости, настроения, позитива. И для наших детей, и для всех детей очень важно видеть красоту, любоваться ею, понимать красоту и учиться. Как и положено в сказке, главную героиню ожидал счастливый финал. Маленьким воспитанникам просто не могла не понравиться эта добрая и волшебная история. Мария Буржинская, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.